вам книжники и фарисеи, и лицемеры, что затворяете Царство Небесное пред людьми, вы и сами не входите, и входящим не даете войти. Бейт Шамай говорит, вы знаете, есть Бейт Шамай, есть Бейт Илель. Бейт Шамай говорит, да не обучает человек Торе, кроме как если ученик мудр и скромен, и смирен духом, и богат, и родовит. А дом леля говорит, следует обучать всех, ибо были уже злодеи в Израиле, из которых вышли праведники. Это очень вопрос серьезный, который стоит сегодня, кого следует обучать Писанию. Есть две позиции, особенно эти позиции у нас в семинариях и в колледжах. Для того, чтобы прийти и учиться, ты должен обладать определенным уровнем, ты должен подписаться под символом веры, которая есть конкретно в данной семинарии, ты должен соответствовать определенным параметрам, и только тогда тебя берут студентами. И для этого есть, естественно, основания. С другой стороны, есть места, в которые берут всех, потому что считаю, что само слово способно изменить этого человека, даже если он на этом этапе не соответствует каким-то нравственным критериям. Видимо, те же самые сомнения существовали и во времена Иисуса. При встречах с простым народом, не близким к Торе, фарисеи часто относились к людям с превозношением. Им и в голову не приходило, чтобы приобщить народ к знанию Тора, как того требовал э, Гилель. Например, э, вот такая история. История о том, как на одном корабле плыли купцы. Были среди них и один фарисей, спросили его, какой у тебя товар. Но он ответил им только, товар мой спрятан лучше вашего. Они же пошли, обыскали весь корабль и, не найдя ничего, смеялись над ним. Но сборщики таможенных налогов так обобрали их, что у них нечего было одеть, и они голодали. Фарисей же пошел к дому учения и стал там учить. И учившийся с ним дал ему одежду и пропитание. Бывшие с ним на корабле упрашивали его, пожалуйста, так как ты знаешь нас, заступись за нас, попроси за нас у людей этой общины. Но он отвечал им, разве я не говорил вам, что мой товар лучше? естественно надо воспринимать эту притчу, историю аллегорически, но вот это вот отношение сверху вниз всячески осуждалось нашим Господом и литературой того времени. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случаете, делайте его сыном гиены вдвое худшим э, вас. Э, на самом деле у, у евреев так много не было зафиксировано, можно сказать, евангельской деятельности или деятельности по пределитезации. Во внешних источниках того времени, тем не менее, сохранились некоторые записи. Вот, например, что пишет Флавий. Мы засвидетельствовали перед всеми остальными народами преимущество наших законов, которые неизменно приобретает себе все новых сторонников из их числа. Эллинские философы были первыми, кто осознал саму необходимость, бережного отношения к древним обычаям. Они стали придерживаться этого в своих делах и учениях, имея похожие понятия о Боге, уча простоте жизни и добрым отношениям между людьми. И даже не только они, но и простой народ, не только они, но и простой народ издавна стремился подражать нашему благочестию. И нет ни эллинского, ни варварского города, и ни единого народа, у которого не было бы обычая почитать субботу. Это интересное заявление. Когда мы отдыхаем от трудов и не соблюдать посты, обычаи зажигания свечей, а также многочисленные избытующие у нас, у нас предписаний относительно пищи. Но более всего удивительно то, пишет Флавий в против опиона. Но более всего удивительно то, что закон имеет силу сам по себе, не увлекая никакими прелестями и наслаждениями. Подобно тому, как Бог всюду присутствует в мире, так и закон повсеместно проникает ко всем людям. Никто, взглянув на свое собственное отечество и свой родной дом, не станет отрицать сказанного мной. Это интересное свидетельство, которое говорит о привлекательности Торы и еврейского образа жизни среди варварских и елинских городов, где жили евреи. Тот же Иосиф Лавий в другой своей работе «Иудейская война» пишет. Известно, что иудейский народ рассеян по всей земле между обитателями различных стран. Большая часть Сирии, как соседняя страна, ими населена, а в особенности много их в Антиохии, как в величайшем городе Сирии. И к тому же еще цари, последовавшие за Антиохом, позволяли им свободно селиться. Этот Антиох по прозвищу Эпифан, другое было прозвище Эпиман, то есть безумный. По прозвищу Эпифан при разрушении Иерусалима разграбил и храм, но его преемники возвратили антиохийским иудеям медную храмовую утварь, установили ее в их синагоге и предоставили им одинаковые права гражданства с эллинами. Встречая такое же обращение со стороны позднейших царей, иудейское население в Антиохии в течение времени значительно разрослось. Они украсили свою святыню высокохудожественными и драгоценными дарами и, привлекая к своей вере множество эллинов, сделали и этих последних до известной степени составной частью своей общины. Это очень интересное свидетельство. То есть, оказывается, не только евреи становились эллинами, или эллинистами, точнее, да? но находясь в условиях другой культурной среды, обратите внимание, украсили свою святыню высокохудожественными и драгоценными дарами. То есть, перенимая эллинские традиции, внося их как-то в свою синагогу, тем не менее, тем самым делали привлекательным для этих же эллинов свое служение. То есть духовная пища подавалась в конкретном культурном аспекте в странах рассеяния. И Писание говорит, не писание, прошу прощения, Флавий говорит, что дело тем самым привлекательно иудейскую веру для многих не евреев. Горе вам, кстати, надо отметить, что привлекая даже вот этих иностранцев или эллинов, делая из них празилитов, фарисеи не особенно утруждались их обучением, не особенно заботились об их дальнейшей жизни, что и приводило в конечном итоге к сохранению язычество в иудаизме, потому что вот эти вот язычники, даже будучи, имея хорошее намерение, они попадали в лоно иудаизма и оставались там, что называется, без попечений. «Э, горе вам, вожди слепые, которые, которые говорят, если кто поклонится храмом, то ничего, а если кто поклонится золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше золота или храм? И он продолжает, говоря, и так клянущийся жертвенникам клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им, и живущие в нем, и клянущиеся небом клянется престолом э -э Божьим. Речь здесь идет о неких клятвах запрещения. Цель такого рода клятвы запретить себе для использования нечто или запретить кому-то. Использовать нечто из своих предметов. Мы говорили с вами уже об этом разновидностью такой клятвы запрещения являлась э, клятва Курбан или Корван э, различные произношения, э, в различных культурах. Но суть состояла в том, что если я кому-то что-то должен в данном случае отцу, я говорю, что я э, хочу пожертвовать это храму, то в таком случае я освобождаюсь от своего долга перед отцом Мишна. Поклявшийся за коном храмового двора, или дровами загоном храмового двора, или дровами жертвенника, или жертвами, которые на огне, или жертвенником, или храмом, или Иерусалимом, поклявшийся одним из этих, хотя и не упомянул Курбан, 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 поклялся Курбаном и повинен. Раби Иуда говорит: поклявшийся Иерусалимом это ничего. Стоит обратить внимание, что язык Мишны практически соответствует. Языку рассматриваемого стиха вполне возможно, что Ишус, Иисус обсуждает вполне конкретное высказывание с похожей терминологией, которая до нас, к сожалению, не дошло. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой, аниса, тмина и оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Это надлежит делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда погла. Щающие. Иисус обвиняет лицемеров, фарисеев в лицемерии и в ложной праведности. О том, как подобное лицемерие привело к искривлению суда, говорится в Тасефте, Когда умножились любители наслаждений, гнев пришел в мир и померкла слава Торы. И когда умножились нашептывающие в суде, искривился закон, и испортились судьи, и удалилась шхина от Израиля. Комар, верблюд, большое и малое, тоже знакомо в еврейской среде. Раби Лезер говорит, убивающий вож в субботу, словно убил верблюда. То есть нет разницы между большим и малым убийством. стоит отметить, что замечание комарей и верблюде является, кстати, игрой слов, потому что на иврите мошка это кальма, а верблюд гамла. Гамал, Кемал по-английски, Гамал, Камал на арабском, значит, кстати, красивый. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Вот Давайте вернемся к другой из этого же отрывка теме. Теме той же самой десятины, которую мы обсуждали уже сами в предыдущих уроках. Есть ли новозаветное упоминание о десятине? Да, есть. Он говорит, горе вам, что даете десятину с мяса, а не с мята. Смятые они, и мины и оставили важнейшие. Вожди слепые, э, сие надлежит делать, и этого не оставлять. Да? Он говорит: вы оставили важнейшее, что есть в законе: суд, милость и веру. Сие надлежало делать, то есть надо давать десятину, но этого не оставлять. Но то, что делает здесь Иисус, что является центральным с моей точки зрения в этом отрывке, это в то, что он говорит, вы оставили важнейшее, что есть в законе. То есть Иисус считает интегральной частью закона суд, милость и веру. Иными словами, если бы можно было бы написать математическое уравнение, то закон надо было бы написать так. Закон равняется суд плюс милость плюс вера. И естественно, Каждый раз, когда вы и оставили важнейшую центральную часть, закон подразумевает еще, конечно же, и дела. Поэтому каждый раз, когда из закона мы извлекаем милость или веру, у нас остаются просто дела закона. Это то, против чего выступает апостол Павел, то, против чего, естественно, выступает Иисус. Никто из них никогда не выступал против закона, но они выступали против закона, в котором нет ни милости, в котором нет веры. Так вот, вера без дел мертва, поэтому вера плюс милость, плюс дела, это суд, естественно, это есть суть закона. И устранение любого компонента отсюда э, делает из э, закона э, э, пустое, ненужное выполнение заповедей, которые в конечном итоге ведут к самоправедности. Это то, против чего строжайшим образом выступает и Иисус и один из его самых известных последователей и из авторов Нового Завета, апостол Павел. Поэтому мне кажется, что это место абсолютно ясно говорит о том, что закон сам по себе является благом. Но лишь тот закон, интегральной частью которого является милость и вера. При отсутствии веры, при отсутствии милости закон превращается в свой антипод, в дела закона, которыми, естественно, не может оправдаться никакая плоть, потому что в ней нет ни веры, ни милости. Но настоящий закон – это есть суд, это есть милость, это есть вера и это есть дела, в которых Яков говорит, что вера без дел мертва. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаетесь Внешность чаша и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаша и блюдо, чтобы чиста была внешность их. А тактат «А вот, не смотри на кувшин, но на то, что в нем». Или «Равенесильская традиция не знает осуждения внешней благопристойности при внутренней нечистоте». Почему ученые в Вавилоне такие ухоженные видом? Потому что они не дети Торы. Кстати говоря, тут наверняка обыгрывается вот эта вот одежда, на иврите это «бегед», а предательство или заблуждение, или введение в заблуждение слово «бегеда», однокоренное слово, то есть одежда, которая призвана скрыть как бы внутренностью она бгеда и бгелет, она обманывает, и она предает. И вот это вот несоответствие, которое построено на игре слов, тоже, по всей видимости, имеет место. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что употребляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвой и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Возможно, понимание выражения окрашенных гробов связано с традицией помечать могилы при дороге. Ежегодно, например, в месяц Адар. первого числа месяца Адар объявляют в храме о шекелях, чтобы люди подготовили их, о двух родах семян, чтобы люди проверили свои поля. А 15 числа читают свиток или на праздник Пурим и начинают устраивать улицы и готовить миквы, ритуальные ванны для омовения и помечать могилы. Это была традиция, которая, естественно, существовала в то время. Могилы могли, или наверняка, помечались известью для того, чтобы паломники, которые поднимаются в Иерусалим на пасхальный седр или на праздник Песах, не осквернились от них. Специальные посланники суда были, которые шли, подбеливали все придорожные могилы. Возможно, что Ишуа как раз и говорит, что внешний лощенный вид фарисеев, он служит предупреждением, что от них можно оскверниться. Может быть, то есть как бы наоборот, вы подкрашены, но это напоминает нам о том, что вы как могила, поэтому от вас по-хорошему э, можно оскверниться. Ну и образ подбеленных гробниц имеет, конечно, явную параллель в Талмуде. Трактат Брахот, 28а. «В тот день прогнали сторожа у врат, и каждому дана была возможность войти. И барабан Гамлеэль прежде объявлял, тот, у кого…» что у кого то, что внутри, не подобно тому, что снаружи, пусть не входит в дом учения. И когда позволили всем войти, добавилось много скамей в доме учения. И Раби Йоханан сказал, спорили на этот счет Раби Йосиф Бен Дастай и раввины. И Бен Дастай говорит, чтобы было добавлено 400 скамей, а раввины говорят 700 скамей. Гамлиэль же был весьма расстроен и восклицал, может быть, помешал я Израилю изучать Тору, но получил откровение во сне. Ему показали окрашенные известью гробницы, полные праха внутри. То есть ученики эти учат Тору, но внутри у них нет ничего живого. То есть абсолютное сравнение, то, что мы видим здесь, имеет место Но заветь. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророками, украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, дополняете же меру отцов ваших. И здесь же змеи, порождение ехиднины, как вы убежите от осуждения в гиену. Это достаточно сильное утверждение, сильное обвинение, так просто сказать людям, змей, порождение ехиднины, Иисус не сильно в данном случае выбирал слова. Он не только Бог, он еще и человек. Как вы убежите от осуждения гиену, посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас кровь праведная, пролитая на земле. Истинно говорю вам, что все сие придет народ си. Посему я посылаю к вам и пророков, и мудрых, и книжников. То есть само по себе слово книжник не несет отрицательной коннотации, потому что вот Иисус посылает книжников. Точно так же слово фарисей само по себе не должно нести плохой коннотации, вот Иисус, собственно, отправляет их. Хотя Авель не считался пророком, но Он считался первым праведником. У нас ничего не известно о смерти пророка Захарии. В то же самое время существует традиция, которая, видимо, совмещает совмещает этих двух людей, которые здесь упомянуты. Захария и сына Варахина. «И смотрит Господь и видит с небес дочь Израиля, поедающий плод собственной утробы. Сказал пред ним, сказала пред ним мера суда. Твои слова, если, твои слова, если будет убит в храме священник или пророк, и видел ты, как был убит Захария, сын Адов, первосвященник и верный пророк, в храме в судный день, и ты не сотворишь суд, делающий зло пред Господом. Иисус обвиняет фарисеев в том, что их отцы пролили кровь пророков, произносясь, превозносясь над ними, и они продолжают себя вести, не для нести на себе этот же грех кровопролития. Он продолжает Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями, побивающий посланных к тебе, сколько раз хотела собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляются, ваш дом пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните благословен грядой во имя Господне. Образ птицы, которая собирает своих птенцов, используется в еврейской литературе как образ Всевышнего, который Сохраняет народ Израиль. Вайкра раба. Кто вложил мудрость в сердце? Что значит посредством птицы? И об этом же сказано. Или кто дал смысл разуму? Сказал рабе Леви. Так называют куриц в Аравии. Схоя. Схоя. Созвучно слово, используемое в данном стихе как птица, когда птенцы ее малы, собирает им еду и прикрывает их под своим крылом, пока они не научатся всему. А когда они подрастают, если подойдет один к ней, то скажет ему, иди и корми сам себя. Подобно тому и Израиль, когда был юн, Всевышний заботился о нем в пустыне. И если они ели ман или ману, который он, который в русском иврите мужского рода, русском женского, который он спускал им с неба, когда же они пришли в землю, сказал Моисей: пусть каждый идет в свой надел и кормит себя. То есть образ Господа Бога, который кормит и заботится о своих птенцах. Ишуа говорит о пророческом состоянии, словно сам Всевышний говорит его устами. Он говорит о том, что множество раз, пока Израиль был юн, Всевышний посылал своих пророков, но Израиль не слушал Господа Бога, и потому теперь ему предстоит наказание. Еврейские источники напрямую связывали смерть Захарии и прекращение пророчества, и отход Святого Духа от Израиля. Написано в трактате Йома, когда умерли Хагай и Захария, отошел Святой Дух от Израиля. Ну и в трактате Бава Ватра, когда был разрушен храм, взято было пророчество у пророков и дано глупцам и детям. Восстановление же пророчества должно быть связано с приходом Мессии. И уже сказали, что Мессия не будет у него отца, подразумевая, что никто не будет учить его мудрости, но он познает ее сам, как наш праотец Авраам. А то, что сказано, он произрастет из корня своего. Имеется в виду, что от него самого без посторонней помощи произрастет корень пророчества. И основание для этого то, что сказал Раби Бархия в Эйха Раба. Сказал Всевышний Израилю, в Вавилонии вы говорили, сироты мы, и нет у нас отца. Жизнями вашими клянусь, что я восставлю вам Избавителя, у которого нет ни отца, ни матери. Это то, что написано об Исфире, не было у нее ни отца, ни матери. И если скажешь, что есть традиция, утверждающая, что Исфир из тех, о происхождении кого не принято говорить, когда была зачата, умер отец, когда родилась, умерла мать, то знай, что это притча о пророчестве, ибо со времен храма прекратилось пророчество, и царь Мессия восстановит его, об этом написано без отца, что восстановит сам, без предшественника. Очень интересный текст с моей точки зрения, потому что как бы через вот эту вот сеть казуистическую пробивается идея все-таки о том, что Мессия предвечный, он от начала, и у него в смысле рождения нет ни отца, ни матери, то есть он сам может сделать. И это далеко неоднозначно понималось в иудаизме, и понимается до сегодняшнего дня, кем должен быть Мессия. Ну и, наконец заключительное приветствие этого стиха «Благословен грядущий во имя Господне» или «Баруха ба бешем Адонай» встречается в традиции как особо важное и торжественное приветствие божественного посланника, владеющее божественным именем. Так рассказывается, что Моисей обратился к Всевышнему. «Сказал Моисей перед Всевышним, покажи мне Мессию, прежде чем я умру». И сказал Всевышний Метатрон. Метатрон это образ, который присутствует в, в присутствии Божьем. Научи его Тайному Святому имени, чтобы Он мог говорить с Машиахом и не поглотил его огонь Шехины или огонь Моего присутствия. Когда же увидели Машех Ма и Аарон, брат, его, они, когда они увидели Маше, когда увидел Машеха, Мессию и Аарон, Брат его увидел. Они поняли, что Всевышний научил его святому имени. Поднялись и они и приветствовали его, говоря: «Благословен грядущий во имя». Ну, можно перевести как с именем Господним или в имени Господнем. То есть а с точки зрения иудаизма, благословен грядущий во имя Господне — это имя, имеющее отношение к святому Мессии, который идет непосредственно от Господа Бога. Таким образом. Иешуа говорит, что духовная связь между народным и Всевышним прекращается до того момента, когда народ не станет обладать сутью Божьего имени, а именно какого имени, который он воскликнет, благословен грядущий во имя Господне, о чем мы и читаем в 11 главе послания к римлянам, естественно, со ссылками на псалмы и на книгу Захарии. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.